Центральному парку села Кинес Меркенского района присвоено имя ветерана труда Жакыбая Иманкулова. К слову, парк был реконструирован, а территория его озеленена. Сегодня парк является не только местом отдыха жителей поселка, но и специальной игровой площадкой для детей. Расположение мини-футбольного поля в пределах парка вносит также большой вклад в формирование здорового образа жизни и мотивирует молодежь заниматься спортом. Парк, расположенный на 5 гектарах, получил имя Жакыбая Иманкулова. Он внес огромный вклад в развитие района. Его дети и внуки дали обещание ухаживать за парком. Собравшись на торжественной церемонии, рассказали о жизненном пути Жакыбая Иманкулова, о его героических подвигах. Жители села почтили имя ветерана труда и отдали дань уважения его потомкам. Тойган Иманкулов был награжден медалью «Казахстан Патриоты». Медет Иманкулов награжден медалью «Батыр Шапагаты» имени Бауыржана Момышева. В селе Кенес парк переименовали в честь великого человека, гражданина с большой буквы Жакыбая Иманкулова. Он обладатель государственных наград и орденов, внес вклад в развитие сельского хозяйства. Кроме того, были организованы трехдневные спортивные соревнования среди сельской молодежи. Прошел турнир по настольному теннису, мини-футболу и кокпар. Проводим ряд мероприятий в честь памяти Жакыбая Иманкулова. Были организованы трехдневные соревнования. Один из них – чемпионат по мини-футболу среди команд сельской местности. В нем приняли участие 11 команд. В сельском доме культуры стался вечер памяти Жакыбая Иманкулова. Был накрыт богатый дастархан и прочитали молитвы из Корана. Алтын Шангараева, Казыбек Камал, Еркен Жасыбай, Жамбыл Ньюс.